подачей углового нападающий Рубина Кадыров открывает счет. Прямо надо сказать, команда Рубин смотрится, показывает довольно-таки грамотную, содержательную игру. Игра началась в быстром темпе. Неужели бронзовый гол мы увидели? Нечаев, выйдя на замену, забивает этот мяч. Потрясающая концовка встречи. Сантос Ронин забивает первый гол Рубина в Еврокубках на 50-й минуте матча. Рубин впереди. Рубин Казань, чемпион России по футболу 2008 года. Спортивная новость. Чемпионом России по футболу второй год подряд стал казанский Рубин. Ну-ка. Рязанцев. Ух! 1-0 Рубин. Личная передача, Гальзавис, 1-1 забил. Забил Карабинист, 2-1. Победа. Браво, Рубин. Все отдали и победили. Но где-то и повезти надо должно было, правда? Казань, встречаем. Счет становится 1-0. Нас занимает. Павел Могилевич, 2-0. Подача Асмун, 3-0. Теперь, я думаю, уже мало кого остановит. Рязанцев бьет 2-0. Форма сейчас все сложилось для Рубина. И Кутников забивает во втором матче подряд. Ну вот теперь все. Тушите свет. Русская дерби заканчивается в пользу Рубина. Показано. Хороший удар. И мяч в ворота. 1-0. Барак, богат. 2-0.